до 6 матчей продлевает свою результативную серию. И еще момент! Кошечкин тащит после броска по своим воротам, но атака не закончилась, и 2-2! Потрясающе! Вот это имел в виду Игорь Захаркин, говоря, кайфуйте. Просто фантастика. Разрывают оборону и в пустые ворота Макаров с удовольствием вгоняет эту шайбу. 30 секунд потребовалось Салавату, чтобы все нажитое непосильным трудом магнитогорским пустить по ветру. Ну и как же здорово, здесь Чернов играет в отборе, дает возможность зацепиться за зону атаки. Здесь аж Замацев, который оказался в атаке. Здесь и Макаров, который получает передачу от своего партнера, на пустой угол отдавал ему